Всем привет из Рима. И сегодня все дороги ведут не в Рим, а из Рима. Сегодня все дороги ведут в другой город. Отгадайте, куда мы поехали, пишите в комментариях. Я не буду говорить, какой это город. И кто догадается уже потом, пишите. Любому завтраку в постель я предпочитаю завтрак в аэропорту и на железнодорожном вокзале. Мы на станции Термини. Это не наш поезд. Сразу говорю, мы не едем на Фреччо Росса, мы едем на региональном поезде. Не просто потому, что это дешевле, потому что в этот город Фреччо Росса не идет, не проезжает. Фреччо Росса проезжает крупные города. Неаполь, Рим, Болонья, Фиренце, Флоренция, Милан, Венеция и так далее. Я точно не помню. Вот такой туман стоит. Видео снималось в выходные дни. Поезд был полный, и почти все люди вышли вместе с нами. Я показываю площадь. Очень много людей было в этом городе. И у меня будет несколько видео отсюда. И все улицы этого города превратились в меркато антиквариато, в рынок антиквариата. Я покажу в следующих видео. И, конечно же, я покажу меркато ди Натале, рождественский рынок. Мы продолжаем нашу прогулку, и дальше я покажу наш отель, рум-тур. Я сейчас показываю, сколько людей в городе. Реально трафик, пробки на улице. Если хочешь дойти куда-то быстро, это будет очень сложно. Людей действительно, ну, очень много. И в центре этого города обязательно ношение масок. Так, сегодня нам какую комнату? Уже чемоданчики наши стоят. Похоже, вот у них, наверное, это обновленный дизайн. Так, здесь точно все такое же. Точно все такое же. Стол. Телевизор вот. И посмотрим. Ну, вид один и тот же. Сейчас. Так, и ну, континенталь. В прошлый раз мы были поближе к площади Монако, вон тот рыночек весь. Так, и вокзал. И здесь у нас супермеркато. Сейчас сходим за водичкой. Кофт у нас. У нас Джорджа соревнования все время, как только заходим в номер. Потому что никто не хочет жить около двери. Все хотят жить около окна. Я быстренько положила свою сумку. Нет, уже его телефон лежит. И уже все. Закрыл джалюзи. Очень красивый отель. Пол в классическом стиле, а номера уже модерновые. Так.
мы снова в Ореце. Вон там у них установили колесо обозрения. Зожи, конечно, не пойдет, я пойду. Красивое очень небо. Гирлянду. Вечером здесь красиво. Коктейльчик попить. Расслабиться. Я показывала уже этот отель. Приятная оказия нас снова привела сюда. И покажу снова, потому что это все-таки Рождество, как украсил отель свой холл. Вид из окна на площадь Гвидо Монако. Я только за водой пришла. Главное, ничего лишнего не взять. Вот такое вот путешествие мы сегодня совершили из Рима в Ореццо. Спасибо вам всем за просмотр. Увидимся в следующих видео. Всем пока! А престо!